В связи с сложившейся ситуацией некоторые общественные деятели и представители интеллигенции сделали обращение. Они призвали население к спокойствию. В связи с текущей ситуацией в стране заслуженный деятель Республики Казахстан Илья Жаканов сказал о том, что все назревшие проблемные вопросы должны быть решены мирным путем. Я наблюдаю по телевизору ситуацию, сложившуюся в стране. Хочу сказать о том, что все проблемные вопросы должны быть решены мирным путем, путем диалога. Решен вопрос с сжиженным газом. Правительство было отправлено в отставку. Я думаю, что также все вопросы можно решить путем диалога. Все для мира и стабильности в стране. Единство в стране – самая главная ценность, поэтому АКН, Акуштаб Бахтыгалиева, призвала граждан к единству и спокойствию. Она высказала пожелание о том, чтобы предложения народа были решены мирным путем. Юноши и девушки, как представительница старшего поколения, я считаю, что нельзя решать вопрос путем применения силы. Необходимо вести переговоры, решать все мирным путем, путем диалога. Поэтому я призываю всех к спокойствию, к миру и единству. Все споры можно решить разумно. Большая надежда, что все проблемные вопросы будут решены мирным путем. Главное – сохранение мира и спокойствия в стране. Равиль Ашигали, Айбуль Хайрулина, Артур Ботпанов, телеканал Атырау.